Добрый день, друзья, коллеги, гости моего канала, подписчики. Сегодня 12 сентября, тихий, спокойный день. Понедельник. Моя подруга не любит понедельники, а мне они нравятся. Всегда новые встречи, новые какие-то планы, новые дела. Вообще интересно. Понедельник – самый интересный день, наверное. Ну, со мной многие не согласятся, конечно. Не любила пятницу. В пятницу всегда чувствуешь недельную усталость. И работаешь последний день недели на работе. Масло масляное, я сказала. И уже чувствуешь, что из последних сил такая усталость, что ничего не хочется делать. Порой бывает такое. Поэтому не любила пятницы. Вот. А понедельник, да. Понедельник – любимый день. Сегодня моя прогулка по парку, который называется Рыба-парк. Ну, вот такой вот он зеленый, сосновый лес. Так, здесь для собак площадочка для дрессировки. А это частный сектор. Вот в этом доме живет бывший глава нашего города. Вот такой частный сектор у нас. Ну, и идет строительство. А вот за этим белым домом через дорогу мой дом. Там я живу. Парк рядом. Вообще здесь очень много парков, лесных зон, где можно гулять, наслаждаться природой, красивой природой. Чудесный город. О нашем городе всегда говорили, и сейчас говорят, и писали, и пишут. То ли город в лесу, то ли лес в городе. Иду к озерам. Сейчас подойду поближе. Конечно, они уже не те, что были раньше. Обмелели, обмелели. В парке немноголюдно. Спускаюсь к озерам. Дети еще в школе, ученики. Обычно здесь они проходят к своим домам по парку, сидят на лавочках, галдят, шумят. Интересно за ними наблюдать. Это наш парк, Рыба-парк. Вот здесь по обе стороны дорожки стояли фигурки рыбок разных, больших и маленьких, разноцветных, ярких, пятнистых, всяких разных. Интересно было за ними наблюдать. Вот и назвали Рыба-парк. Увезли их. То ли на ремонт, то ли совсем. Рыб нет, а название парка осталось. Вот такая вот красота сосновая. И туда идут дорожки. Вот эти дорожки для велосипедистов сделали, но в жаркие летние дни, ну практически все лето жарко, от них очень сильный запах исходит. И я поэтому не люблю здесь гулять осенью, да, иногда я сюда прихожу. Вот тут с овчарками идут на площадку дрессировочную. Вот так живет наш парк. А вот оно, озеро. А вот оно, озеро. Обмелело. Вот до этой дорожки оно было таким. А здесь был пляж. А там дальше, вот за этими соснами, еще одно озеро тоже заросло. Видимо, родники засорились, которые били со дна. Поэтому они такими стали. Говорят, что выделили деньги на расчистку и дальнейшее благоустройство этой территории. Но пока все так, как есть. Вот здесь я иногда гуляю осенью, иногда. Летом здесь гулять для меня экстремально. Очень сильный запах от резины. Хотя моя приятельница говорит, я ничего не чувствую. А я очень остро чувствую. Солнце выглянуло. Уточки плавают. Да, хорошо здесь отдыхать. И вообще хорошо на пенсии быть и отдыхать. Всем приятного дня.